честно, не хватает. А вот в каких вот районах есть что-то? В каких районах? Ну, допустим, на Острякова. Угу. То есть приходится там долго ходить? Да, да, да. Не бывает такого, что приходится рано или поздно психануть, помусорить? Бывает иногда, да. Угу. А вы что думаете? Я солидарна полностью. Угу. Кто курит, бычки выбрасывают все почти, потому что везде бычки есть. Угу. Но большие уже мусор, они, наверное, не выкидывают, потому что это, во-первых, некрасиво и ну, не чисто. Я думаю, что достаточно урна. По крайней мере, если где-то я прохожу, нужна урна, в общем-то, она угу. находится. А в каком районе примерно находится, чтобы вы поняли? Сумма. Хватает, но я только особо мусора-то и не вижу. Угу. Но вы сами, я так понимаю, даже если есть где-то бумажка, лучше отложить, да? Ну, я ее в мусорку, соответственно, да, если где-то есть. А если нет? Ну, так, а если нету, так я их не ношу мусор с собой. Угу. Только в мусорку. А мусорок вроде бы хватает везде. Нет, чертовски не хватает. А вот в каких районах особо это чувствуется? Во всех районах чувствуется. Вообще приходится? Мусора, да. Постоянно приходится искать. Не бывает такого, что в итоге не находите и срываетесь? А, я стараюсь держать себя в руках. Народ у нас стал очень такой, бросают, ну донеси до урны мусор. Нет, обязательно нужно бросить. Вот покурил и бросил. Бумажку из троллейбуса вышел и бросил, хотя урна рядом лежит. А вот где больше всего урн не хватает? В центре? Ну, знаете, как вам сказать, где? Здесь вы видите, много их вот в данный момент на этой площади. А так везде. В основном на остановках. Идешь и пока не найдешь надо, урну, надо не пройти не далеко, чтобы это урны. Ну, желательно вот таких не в центре. В центре, может быть, больше есть, а тут как-то поменьше. Очень прям не хватает. Особенно, что касаемо технической библиотеки в той стороне, да и в принципе везде. А, насчет сумма, это вот отдельный вопрос, там их вообще очень мало. И хотелось бы немножко побольше на Юмашево. Не бывает такого, что какую-то бумажку приходится как посылку носить с собой? Да, очень часто могу даже сейчас показать. В любом случае где-то, наверное, есть. Наверное, завалялись. Не, ну, в основном, в принципе, либо в сумку бросаешь, либо в кармашек, либо куда-нибудь. Потом дома это все вытрушиваешь, потому что негде было поблизи взять. Маловато. Нет, маловато. А почему так уверенно? Я вечно как-то ищу их на самом деле, потому что бывает так, что да. В центре едешь, машину открыл, там выйти, оп, сразу. А бывает так, что идешь и думаешь, так где же, вот на той улице, вот одна в начале, другая. И вот, ну, в моем ощущение, что немного не хватает. Не бывает такого, что какой-то мусор, бумажка там в итоге в куртке кочует в поисках этой самой... В машине, да. Бывает. Собирается, и потом такой думаешь, надо уже куда-то это девать. Во-первых, мало ставят. Во-вторых, наверное, все-таки вандализм разбивают, уносят с собой куда-то. Видели, да, такие разбитые? Ну, видела, конечно, да. У нас народ такой, что даже вот будет мусорка через шаг, и все равно бросят где-нибудь. Вот я против всего этого, я так воюю со своим районом там, чтобы эти мусорные мешки не бросали везде за углом и в кустах. Донесли до мусорных. А курки еще, наверное? Ой, за курки вообще говорить нечего. Или еще идет, может, какой-нибудь, или молодой парень, или плюнет. И я не пройду мимо. Ой, как красиво. Стой! Чтобы ну, следующий раз уже соображал, хорошо это или плохо. Про урны ничего не могу сказать. Но то, что безобразие еще в удобствах, это просто безобразие. Все время ношу бумажки в кармане. Потому что, ну, я так думаю, что у нашего города не хватает еще средств, чтобы везде поставить урны. Потому что на это что же надо затраты. Потому что идешь и хочешь выбросить бумажку, выбросить некуда. И несешь ее до остановки или ну, там, где обычно урны стоят. А в каком районе чаще всего с таким сталкиваешься? Гагаринский. Гагаринский мало? Да. Потому что мы видим, что вот в парках бывает такое, что их слишком много. Бывает, да, да. На улочках. Много скамеек, много урн только в парках. Маловато урн, негде поставить машину. Ехали с площади Нахимова, ни платных парковок никаких нет, машину деть некуда. А вот если к урнам возвращаясь, приходится там консервировать какой-то мусор в кармане, чтобы найти? Да. Бывает. А в каком районе в основном? Ну, я вот сейчас где-то в районе площади Нахимова тоже шел до ближайшей урны. Я бы добавил урн, конечно. На улочках нет, не хватает. Потому что вот идешь и некуда бумажку выбросить. У меня все в карманах вечно. Кочуют, да, постоянно? Да. Маловато будет. Еще бы еще и убирали их. Вообще было шикарно. Да? Я считаю, что хватает. Просто то, что кидают мимо. А так хватает. Мне кажется, что хватает, но люди
некоторые люди все равно они поступают не по-человечески, кидая вот рядом, допустим, урна стоит, они вот так взяли, швырнули куда-нибудь мусор. Все равно. Тут уже дело не в количестве урн, а в воспитании, скорее всего, людей. Я всегда, когда есть у меня мусор, выкидываю его в мусор. А сами вот как наблюдаете другие люди? Такому же правилу следует или у нас как-то любители? Ну, если только приезжие, которые, блин, не ценят Севастополь. А так все местные, они, блин, за чистоту. В центре города мало, между прочим. В центре тут вот достаточно, а в центре мало. Да, прямо вот. Да, иногда нужно выбросить что-то и не найдешь. Смотри, какие люди. Для них хоть мусорку здесь ставь, они все равно будут рядом бросать. Угу. Невоспитанные есть севастопольцы, и много даже. Думаю. Стоят семечки, и милиция также. Стоит на остановке, семечки вовсю щелкает. Ну, я, конечно же, могу не пройти, но могу и получить за это. А вот, учитывая пандемию, маски-то не разбрасывают? Разбрасывают. Точно так же? Да, разбрасывают еще и как. Вообще городу, на мой взгляд, не хватает чистоты. Я из Петербурга, сегодня улетаю, и мне грустно смотреть вот на, ну, не до конца, скажем так, все так, как хотелось бы. Я вижу, что город двигается в правильном направлении, но еще есть над чем поработать.